В Махачкале демонтировали незаконное строение в микрорайоне Агёль. Возведение объекта осуществлялось нарушением закона. Вместо разрешенного строительства двухэтажного дома собственник начал возводить многоэтажный дом. С привлечением ответственных структур на уровне четвертого этажа стройка была приостановлена и снесена. Как сообщают в прокуратуре, ведется работа по выявлению фактов самовольного строения или возведения объектов без необходимой документации. Мэр города Салман Дадаев на одном из совещаний отметил, что третий год, как на территории Махачкалы, прекращена выдача разрешения на строительство многоквартирных домов. Он также добавил, что необходимо усилить принудительное исполнение решения судов по демонтажу незаконных объектов.